Открытый диалог, честные вопросы, конструктивные ответы. Около 83 общественных организаций приняли участие в 3-м региональном форуме-семинаре НКО. Свои проекты, которые организации активно реализуют на территории нашего округа, они представили на ярмарке-выставке. Они социальные, они военно-патриотические, они направлены на воспитание детей и на помощь семьям. Поэтому это, конечно, очень здорово, что у нас в Московской области и в Одинцово, в частности, столько неравнодушных общественников. Например, Всероссийское общество спасания на водах занимается патрулированием водных каналов Москвы и области. Таким образом, они не только спасают людей, но и выполняют экологическую функцию, убирая мусор и фиксируя загрязнения. Приехали для того, чтобы рассказать способы спасания людей, как в общественной организации это происходит у нас, а также рассказать, что мы создали спасательную доску. Вот, эта доска относится к классу доска с веслом, вид спорта серфинг. НКО – организации, не имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечения прибыли. Их главные направления – социальные, культурные, благотворительные, научные. Поэтому государственная поддержка им особенно необходима. На форуме они смогли получить ответы от представителей различных структур напрямую. Это очень хорошая площадка для конструктивного диалога власти и общества. И мы видим, что у нас много интересных общественников собирается на данной площадке. У нас собираются министерства, ведомства, представители правительства Московской области, областной думы. И здесь в режиме открытого диалога задаются разные вопросы, порой даже сложные. И общественники слышат ответы на те вопросы, которые у них есть, и имеют возможность решить те вопросы, которые долгое время не решалось. Ежегодно под влиянием времени меняются запросы участников форума. В этот раз особое внимание уделили теме получения грантов и субсидий. В такой форме семинары по развитию НКО будут проводиться и в будущем, уверяют организаторы. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».